Всем привет, друзья! С вами Болтарез и добро пожаловать на прохождение визуальной новеллы «Парк». В описании было сказано, что это хоррор-новелла. Я надеюсь, что нас не на Е обманули. Погнали! Осенние хлопья, масло, яблоки, кофе и сливки. Настя разгуливала между рядами в поисках нужных продуктов. Видимо, она затаривается для завтрака. Корзина была почти полной, не хватало лишь одного пункта из списка. Яблоки. Встав у стенда с фруктами, девушка стала выбирать лучшие из лучших. Боковым зрением она почувствовала, что к ней кто-то приблизился. «Вы уронили». Незнакомец протянул ей кредитку. Дама ощупала карман и поняла, что действительно выронила карточку. «Спасибо, видимо, когда убирала телефон, выронила». Пока Настя говорила слова благодарности, ей выпала возможность рассмотреть этого парня. Плотного телосложения, невысокий человек, лет 25, выглядел как будто сильно вымотанным и уставшим. «Я Олег», — он протянул ей руку. «Настя». Олег и Настя. Выходила из магазина девушка уже не одна. Олег за нами как собачонка бесхозная увязался. Олег решил помочь ей донести пакеты. Подождите, какие еще нахер пакеты? Мы вроде собирались купить кофе, сливки, овсяную кашу, яблоки и, по-моему, что-то еще. Как это, что это? Это разве тяжело? Это в один маленький пакетик может все влезть. А чем ты вообще по жизни занимаешься? Ну, сейчас учусь, подрабатываю, планирую снять дом, а то Лили тесно в однушке. Это моя красавица-лабрадор. Ее собеседник улыбнулся. «Может, завтра сходим в парк? Лили побегает, поиграет. Да и мы нормально поболтаем, а то я сейчас тороплюсь, надо заскочить к другу». «Будет ли хорошей идеей идти на свидание с парнем, которого девушка знает 30 минут?» «Ну, в любом случае...» «А кто говорит, что это свидание? Мы просто сходим погулять с собачкой». «Было бы круто». «Ну, тогда увидимся. В 18:00 часов у входа». «Отлично, до встречи». Парень отдал ей пакет с продуктами и стремительно ушел в сторону остановки. «Блядь, я с этим звуком заебался. Его чуть-чуть поворачиваешь в сторону, и он вообще пропадает. Чуть-чуть выкручиваешь, чтобы он звучал, и он начинает бить по ушам. Что за хуйня?» «А он вроде симпатичный». «Ну, не знаю. На вкус и цвет, как говорится». Когда героиня зашла в квартиру, Лили, как обычно, бросилась к ней и стала тереться об ноги. «Привет, девочка». Девушка провела рукой по ее шелковистой шерсти. «Завтра я познакомлю тебя с моим новым знакомым. Надеюсь, вы подружитесь». 6:05. Он немного опаздывает. Что, если это была просто глупая шутка? Лилия натягивала поводок, кажется, ей уже хотелось поскорее помчаться по березовой роще. «Эй!» Настя оглянулась. «Думала, уже не придешь». «Как я мог такое пропустить?» Лицо расплылось в улыбке. «И тебе привет, Лили». Он хотел почесать ее за ухом, но собака огрызнулась и отскочила. «Дружелюбная она у тебя. Ладно, погнали». Собака что-то почувствовала, ребят. «Ну и куда мы?» Настя задумалась. «Мы обычно ходим в центральную часть парка, так что тут я совсем не ориентируюсь. Иди». Олег постоял еще пару минут и сделал шаг в сторону дорожки, ведущей в самую глушь парка. В воздухе проскочило какое-то напряжение. Кажется, оба притворялись, что не знают, куда ведет эта тропа. «А ты никогда не думала, что приходить в парк с незнакомцем не самая лучшая твоя идея? Ты меня не боишься?» Анастасия опешила от таких вопросов. «Если что-то со мной... Лили...» «А, если что, со мной Лили», — отшутилась девушка. Лицо Олега исказилось в неприятной ухмылке. «Да чего ты, я ж просто шучу». От таких шуток мороз по коже. Эта странная прогулка не продлилась долго. Чем глубже они заходили в парк, тем больше Лили скулила и упиралась. «Мы, наверное, пойдем, а то что-то ей нехорошо». Олег сделал какое-то странное лицо. Сложно было понять, выражало ли оно разочарование или зарождающуюся агрессию. «Да ладно тебе. Мало ли, какая дурь на собаку нашла. Я хочу показать тебе одно место». «Да нет, правда, пойдем. Я тоже как-то устала». «Да давай. До туда 5 минут ходьбы». Его голос стал настойчивее. Настя стала пятиться в противоположную от парня сторону. «Ладно, еще увидимся». «Настя!» Анастасия почувствовала, что ее схватили за кисть. Она вырвала руку и побежала так, как никогда в жизни не бегала. «Я надеюсь, она, блядь, там собаку-то не оставила свою». Выбежав из парка, Настя наконец-то встала перевести дух. «Господи,
Не зря ты его хотела отцапнуть еще в самом начале. Господи, не думала, что со мной могло такое случиться. Он чуть не утащил нас в лес. Девушка потрепала собаку за ухом и отправилась домой. Настя рухнула на кровать. День был тяжелым и стрессовым. Думая о прошедших событиях, девушка уснула. Нихуя себе! День, значит, был стрессовый, такие события, и думая о них, она уснула. Вообще-то наоборот. Когда переживаешь, о чем таком думаешь, хер уснешь. Утро Настя заваривала кофе. Через час ей надо быть в универе. Ла-ла-ла, ту-ту-ту. Девушка повернулась на звук. Моя любимая чашка. И как? Лили? Героиня вышла в другую комнату. Собака дремала в спальне. Раз это не ты, какой сильный сквозняк. Девушка вернулась к приготовлению кофе. Позади нее что-то мелькнуло. Эй! В коридоре было какое-то движение. Я сейчас вызову полицию. А в ответ тишина. Анастасия взяла кухонный нож и направилась к источнику звука. Кого-кого, а его-то она точно не ожидала увидеть. Нечеловеческий оскал пугал до глубины души. «Что ты тут делаешь?» Он молча стоял и смотрел на Настю. «Эй, не подходи!» Что у него с глазами? Непрошенный гость не слушался и стал наступать. Кухонный нож от неожиданности был применен. Не по назначению. Настя сама не поняла, как это случилось. «Что я наделала?» «Только не говори, блядь, что ты собаку пырнула!» «Я что, теперь убийца? Как?» «А нет, мы этого долбоеба пырнули, ну нормально». «Тело спрячем, ну что можно сделать с телом?» «Никто не видел, свидетелей нет, мы его просто аккуратненько разделаем, сварим собаки...» «Ой, блядь, что я несу, ребят, не слушайте меня». «Теплая постель и тишина». Настя вскочила с кровати. «Господи, всего лишь сон. Это был всего лишь сон. Бредятина». Она взглянула на часы. «Я позову в уник». Она стала собираться и через 10 минут выскочила на улицу. Иногда кажется, что у человека все-таки есть скрытый третий глаз на затылке. Потому что когда Настя вышла из подъезда, она уловила на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, она увидела идущего на нее Олега. «О боже!» Она рванула к остановке и прыгнула в автобус. «Он что, меня преследует?» Девушка откинулась на спинку кресла. «Теперь все позади, все хорошо». Всю неделю Насте было спокойно. Преследователь, кажется, оставил героиню в покое. Поэтому однажды вечером девушка спокойно пошла выгуливать Лили в парк. Настя немного устала и села на скамейку, отпустив собаку побегать по роще. Через пару минут Лили вернулась с палкой в зубах. «Лили, фу! Сейчас наставишь себе занозы, кто их потом доставать будет? Дай сюда!» Девушка забрала у собаки палку, достала канцелярский нож и стала срезать острые отростки. «Все, беги!» Она кинула палку вдаль, и Лили убежала. Настя удобно расположилась на скамье и стала ждать собаку. Спустя минут 5 девушка заволновалась. «Лили! Лили! Девочка моя, ты где? Лили, ко мне!» Анастасия устремилась глубже в рощу. «Лили!» Тревога стала накрывать героиню. Неожиданно в кустах она услышала шорохи. «Ой, нашлась! Больше меня так не пугай! Лили, ко мне, я тут!» Но из кустов никто не выбежал. «Эй!» Настя почувствовала неладное и начала пятиться. В один миг из кустов выскочила темная фигура. У Насти пропал дар речи, и она не смогла даже крикнуть, лишь глухой шепот. «Не трогайте меня!» Мужчина схватил ее и стал пытаться привязать к дереву. Настя вытащила пока еще свободной рукой из кармана канцелярский нож. Секунда, нападавший попятился. Глухой удар, капюшон слетел с лица. Это был Олег. Перейдем к главным новостям дня. Городская психиатрическая больница сегодня потеряла одного из сотрудников, лечащий пациентов с тяжелыми стадиями шизофрении. Врач Петров Олег Александрович был обнаружен с 9 ножевыми ранениями. Тело нашли в палате пациентки Анастасии. Рядом находилось предполагаемое орудие убийства, канцелярский нож с инициалами самого убитого. Подозреваемая на данный момент разыскивается под территорией больницы. Будьте бдительны и осторожны. Вот такая вот, ребята, очень короткая визуальная новелла. Ну, Настюха крышей поехала, естественно, там понапридумывала, блядь, себе истории, что она, значит, ага, студентка, блядь, там учится, собака у нее есть. А на самом деле лежала в психушке, еще своего лечащего врача зарезала. Нет, ну вы представляете? Ужас, ужас, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.